В жизни горожанина Виталия Вана произошло по-настоящему серьезное событие. Представители Союза ветеранов локальных войн преподнесли подарок, который Виталию жизненно необходим. Они собрали ему хорошую инвалидную коляску из двух нерабочих. Чтобы на местных дорогах проходимость немецкой техники была больше, наш мастер Сергей Фандюшин, так сказать, приподнял ее над землей или увеличил просвет с дорогой. Кроме того, иностранку снабдили отечественным двигателем и автомобильными аккумуляторами. Так что теперь на этой коляске Виталию по плечу преодолеть расстояние от города до аэропорта и обратно, и еще прокатиться по Ноябрьску. Еще одно важное изменение в конструкции – это ширина. С 62 сантиметров коляску сузили до 58. И как это ни парадоксально звучит, но такое сужение значительно расширило возможности человека на коляске. Ведь дверные проемы в основном по стандарту 60 сантиметров, что для обычной инвалидной коляски становится непреодолимым препятствием. Но для Виталия это теперь не проблема. Важно, что ветераны вооруженных конфликтов решили всерьез и постоянно заниматься ремонтом и усовершенствованием инвалидных колясок. Людей, которые в этом нуждаются, в Ноябрьске десятки, и до сих пор такой помощи они не получали. Да, в принципе, технического сложного ничего нет, надо просто образно мыслить и все. То есть представить, как можно переделать.